Друзья, всем привет! Вы на канале «Бизнес на ключах» Бобермастер, и сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как зарегистрировать устройство Кейта Умения. В рамках нашего обучения мы подробно разбираем все нюансы работы, в том числе, как зарегистрировать это устройство. Для многих людей это примитивно и понятно. Они просто берут устройство, берут свой рабочий телефон и каким-то образом делают так, что это все работает вместе. Но у некоторых возникает вопрос. А сейчас я вам дам пошаговую инструкцию, как это сделать самостоятельно. Вы загружаете приложение X-Horse на свое мобильное устройство. Открываете его, включаете устройство и начинаете регистрацию. На телефоне открываете приложение X-Horse, нажимаете кнопочку «Аккаунт», выбираете меню «Quick Login» и здесь вводите свой номер телефона. Я полностью вам покажу регистрацию на примере своего номера телефона. Для того, чтобы пришел вам пин-код, необходимо пройти верификацию. Вводим пин-код, который к вам пришел сейчас смс-очкой. И нажимаем кнопочку «Логин», после чего необходимо продолжить регистрацию, придумать пароль для входа. Допустим, давайте сейчас что-нибудь придумаем. Придумывайте символы для своего пароля самостоятельно. Допустим, сделаем «Бобер». «Бобер». Бобер 3.0. Все, вы вошли в свой аккаунт, можете добавить свою фотографию, там себя как-то назвать. Все, у вас все отлично. После чего вы можете пользоваться своим устройством. Нажимаете на красную кнопочку, нажимаете кнопочку «Select», выбираете свое устройство. И после того, как он у вас произведет два сигнала, значит, что по Bluetooth ваш телефон сконнектился с устройством. Это очень важно. Можете уже начинать работу. Обновите ваше устройство до последней версии для того, чтобы вам пользоваться всеми привилегиями. Как вам поменять язык? Заходите в верхнем углу на шестеренку, выбираете слово «Language» и выбираете русский язык. И как вы видите, что софт стал на русском языке. Активация в приложении X-Horse и сопряжение устройства с телефоном выполнено успешно. Если вы будете делать, как это делаю я, у вас обязательно все получится. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.